Привет, ребята. Что, мы звук убавь. Взяли кофе, дождь, классно. И едем... На. Едем смотреть еще одну квартиру. Ты что, такой горячий кофе мне даешь? Тетя. Кипяток наливать? Кипяток? Просить, чтобы мы наливали кипяток. Да, потому что я люблю. Как он это пьет. Я люблю, не люблю остывший кофе. И вообще... Он должен быть не комнатной люблю, да. температуры. Да. Так, теплее. Температуры тела. Да. В общем, едем мы на просмотр еще нескольких квартир. Будет обзорчик квартир. Как живут другие, да? Повернуть и как... налево. О, нет, поворачивать мы здесь не будем, мне хоть прямо. А, вот, и какие люди квартиры сдают. Мы промокли! Ребята, это Мечниково, это возле Гудвайна прямо. Возле метро Кловской. Кто из Киева, тот в курсе. Смотрим, а квартирки тут, подъезды со двора, тут еще дикий ливень, как всегда, начался. И нас уже там ждут. Красивый мишка, мокрый мишка. Вон, смотри на островок. Пынц? Молодец. Прыгай. Прыжок. Прикольно. Какой этаж? Лифта нету. Будем качать ноги. Будем качать ноги. Нас встречает ванна. Ух ты. Don't touch. My tra-la-la. Прикольно. Ой. Квартирка. Чувствует прикольно. Телевизор. Кухонька. Классный вид во двор. Тут готовить что-то, рабочая поверхность сразу. Да. И здесь, и вон там сразу можно. И придумали хорошо. Да, здесь много шкафчиков, вот здесь вот все хранится. А, холодильник? Очень удобно, да. Угу. Шире. Холодильник вот здесь скрытый, как свет. Угу. А за сколько такую квартиру вообще можно сдавать? Сдавать, ну, от 800 до 900 долларов. Угу. Да. Миленько, в принципе, ее можно поднимать, там снизу тоже есть полочки. Да. Можно туда хранить вещи. И вот здесь, давайте я покажу, гардеробная. Угу. Вот, смотрите, просторная. А это декор, да? Типа? Да. Вот, ну, да, вот это хорошо, гардеробная. Все что угодно поместится. Да, наверное, уменьшили комнату за счет. Ну, наверное, да, чуть-чуть. Тоже диванчик, простор определенный, балкончик даже есть. Конечно, можно вписаться чисто. Угу. Очень даже уютно. Розетки вот здесь есть, там тоже два есть. Два окошка тоже с видом туда. А это хозяйка? Да? Стоит? Нет? Нет? Коридорчик. Потолочек. Да-да-да. Ты это видел? А почему? Ну, может, плохо греется. А, плохо греется. Ну, а они используют, потому что, наверное, очень громко соседям. Я так думаю. Может быть. Вот эти прикол. Тунс. Да, очень необычно. Это такого коньяка. Да, просто вот это бы... Или просто микроволновка. Одинаково смотрелось бы дико. Это микроволновка и духовка, да, наверное? Да. Только она маленькая, да, получается. Ну, она совсем такая, как обычная микроволновка по размеру. При желании можно духовку впихнуть. Конечно. И тут посуда вся стоит, как раз такие полочки меньше. Ванная. Слушай, как глубокая ниша. Угу. Это тут отстирание? Ну, большая ванная. Ну, типа классика. Вы можете включать свет? Угу. Спасибо. Пожалуйста.
просторная. Кухня белая. То есть тоже полноценно. И духовка, и плита. Сюда выход на... Единственное, конечно, шумновато, наверное, будет за счет балкона. Выход на балкон, если закрыть. Надо будет купить кроватку. Я думаю, при всех окнах закрытые можно выйти. Нет. Это тоже закрывается? Закрытое окно, и сюда звук есть, идет, конечно. Ну да, светлое, если свет включить, вообще такая. Все, светлое. Классический стиль. Интересный итальяно, типа такой. Думал, она выдвигается на вас. Да, столько вот эту дверь откройте. Можно сами, я по ней сломать. Тянуть надо, да? Здесь костюмы вешаете, и для того, чтобы они не болтались, они поднимаются и висят. То есть, когда воду повесили... Эта штучка там стоит, да? Нет, она так и висит. Вы себе вот здесь вот на крючке повесили. Подняли их выше просто. И поднимаете, да, выше, и все. Они чтобы они не мешали. Пришло время помешать нашу наливочку. Так, вторую банку Олечка мешает. Получается сладенький компотик. Узнаем, какого числа. 8-7. Август. Октябрь, да. Она закрыта. И в октябре она уже будет. А ну, давай. Попробуем такую. Это такая. Наверное, мой вариант будет там, где 0,7. Тут литр. Ну, тут хороший. Такой. Да, Олечка сделала разное количество посмотрим, водки. Что будет вкуснее. Это 1 литр водки, там 0,7 бутылка водки. Ну вот сладость. Тут сахар есть, а там тоже есть, по килограмму. В общем, ребят, кто не видел этот влог с лучшей вишневой наливочкой, посмотрите, ссылочка вот сейчас будет вверху. Фух. А у нас очередной вечер. Сейчас пойдем смотреть фильм. Вчера мы посмотрели какой фильм? Кинотеатр. Парадис. Итальянский 1988 года рождения фильм. Очень хорошая такая драма. Кто не видел, тоже посмотрите. Нам он понравился. Там он идет, правда, 2 часа, но тем не менее. Целых 2 часа вчера? Да. И тем не менее, он хороший, душевный итальянский фильм. Мы любим такие. Ну, итальянский вообще хороший фильм. Да. Душевный. Будем мы смотреть каждые фильмы и рассказывать вам в влоге, какой там следующий фильм мы посмотрим. Как-то так. Сегодня был очень бешеный такой день. Были много где. Фух, немножко подустали, сейчас будем пить чай, будем есть сыр, вот, будем смотреть какой-нибудь еще один фильм, естественно, вам об этом тоже скажем. Мы сейчас с магазина кое-что с женой из кладовки перевезем тоже в подвал, потому что у нас в навигаторе перетрубации там жесткие, заходит супермаркет, и фиг его знает, что там вообще будет. Может, нас попросят просто освободить помещение. Надеюсь, этого не произойдет, но тем не менее, это так. Да, вот так это все выглядит. Пока мы гуляли с Настюшей, Ольчик, смотрите, что какую красоту приготовил. Рыбочка. Режим хозяйки включен, да? Это так, красивая моя хозяюшка. Классный рыбарь. Выключила фольгой, не смаз... Ой, фольгу маслом не смазала. Это вырежем все. Да, поэтому мы... Чуть перелипло, ничего страшного. Зато тарелка чище будет. Вот. Все, приятного всем аппетита. Хлопали ладошки, танцевали ножки. Вот такие ладушки, ладушки, ладошки. Ты мой пупсик такой.